Всем привет, ребята, с вами я, Васпи, точнее, ребята, ребзики. В общем, сегодня я расскажу смешную, или точнее, бомбящую историю. В общем, я решила, ну, сделать там меме, который сделал, можно сказать, мой типа просто аниматор. Сделал, в общем, меме, оригинал, и я, типа, сделала. Это Морс, да, это Морс. В общем, ну, я решила посмотреть. Один раз я решила посмотреть, хотя это дело не один раз. В итоге я посмотрела, значит, ну, никто больше не сделал, и я решила посмотреть, что там мне еще высветилось. И знаете что? Я нашла какой-то оригинал меме, который называется I'm a Fury. Знаете, я посмотрела, я уже, несмотря, поняла, насколько это прекрасный рисунок. Я так вообще орала, блин, просто. Ну, в общем, я посмотрела, ну, поставила лайк. Лайкос, ничего не написала. И под последним видео, где анатомии, ну, рисунок, где спидпайн делали, в общем, там вообще не существовало анатомии. То есть для этого человека не существует анатомии. В одном видео этот человек говорил, что он не умеет рисовать. Почему бы не научиться? Учись, ё-моё! В итоге я написала критику. И знаете, что этот человек ответил? Я удаляю эти комментарии. Молодец, теперь я понимаю, почему вроде видео не так уж и мало, а, в общем, пользы мало очень. Ну, в общем, я такая, значит, написала, потом решила пролистать. И знаете, что я там увидела? То, от чего меня бомбит всю жизнь. Грёбаная сьюха, которая была создана из Санса. Из Санька, из Андертейла. Зачем? Почему? Так еще и какой-то там своим именем назвали. Да блин, эти сухи вообще не... Если это переделанный Санс, то они вообще не различаются никак. Просто один и тот же персонаж, будто один у другого стырил. А на самом деле все не так. В общем, я написала, что Сьюх очень плохо нарисовать и сказала, что этот персонаж уже существует давно. Может быть, не год и не два. Но это не точно. И, в общем, знаете, что этот человек мне ответил? Он смотрелся на меня. И, в общем, сказал, что у меня калякали. Калякули, вот. Ну, тогда я еще с большой кистью рисовал. Ну, чё? Какая разница-то, ё-моё? У меня и так красивые рисунки были. По крайней мере, анатомия была вообще хорошо развита. Вроде бы. В общем, ну, я как адекватный человек, все спокойно ответила, там что-то я уже не помню. И этот человек мне ничего не ответил. Я не понимаю, вот почему? Я просто сейчас говорю и бомблю сильно вообще. Ну, то есть бомблю, вот. И, в общем, я реально с него сильно орнула просто. Ссылку я не буду кидать на этот канал, чтобы вы вот так же не орали. А то вдруг вы напишите что-нибудь там, какой-нибудь комментарий с критикой или еще с чем-нибудь. И, блин, ё-моё, что еще будет? Я не хочу, чтобы мои подписчики потерпели такого поражения. Ну, то есть, например, вдруг вы хотели там сделать какую-нибудь критику на пользу этому человеку. Он, может сказать, просто... Ладно, я не буду извиняться. Посрал на вас. И, может быть, даже просто взял и удалил ваш комментарий, на который вы потратили время. В общем, и, может быть, вы тоже что-нибудь напишите, блин. В общем, если я скину ссылку, вы что-нибудь напишите, и на вас просто наорут. Да, именно этот человек. Это будет очень плохо, и я этого не хочу, поэтому я даже не буду говорить... Может быть, этот человек смотрит меня, и может быть, он даже что-нибудь мне напишет, но это не точно. Так как, если я ему напишу, то точно зайдет на мой канал и увидит этот ролик. В общем, я сильно угорнула с этого человека, и снова повторяюсь, я не буду говорить название, ну, в общем, я очень сильно угорнула с этого человека, вообще просто угорала 5 минут. Над тем, насколько вообще тупит этот человек. То есть он не понимает, что ему пытаются помочь. Так еще он не знает, что такое сьюха. То есть тот рисунок был полностью вообще сьюшен. Знаете что? Короче, Санс был переделан в девушку. У него была грудь. Как же меня это бесит.
Розовая одежда. Как же меня это еще больше бесит. Не знаю, знаете ли вы, но, если честно, я вообще на Сюху не пошел. Не, блин, если честно, я на Сюху вообще не похожа, так как я ненавижу розовый. Поэтому у меня вообще нет вроде розового. Ну, разве что есть на некоторых персонажах. Но это просто так. Все-таки я не буду рисовать всех какого-нибудь черного цвета. Ну вот. Короче, этот персонаж был полностью осьюшен. И у него была челка. Челка длинная. Слава богу, не до пола. Если бы до пола, я бы очень сильно угорнула бы вообще. Ну, в общем, вот такая история, которая произошла со мной день где-то вроде в октябре, но это не точно. И снова повторяюсь, я орал с этой истории. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Это был разговорный ролик. Да, мой первый разговорный ролик. Блин, а что я несу? У меня их было много. Ну, в общем, надеюсь, вам понравится этот разговорный ролик. Он очень много идет. И снова повторяюсь, я очень много раз повторилась, то, что я не буду говорить название этого канала. И буду всю жизнь свою угорать. Просто угорать, заходить и угорать на этот канал. И угорать, и еще раз угорать. Лайки я, наверное, даже этому каналу не буду ставить, потому что буду угорать. Жестко угорать. Вообще, блин, ладно, я сколько раз уже произнесла слово «угорать». Ну, в общем, всем пока, с вами была я, Васпи, пока, ребзики.